Далее смотрите нашу традиционную рубрику «Народные новости». Что нового произошло у жителей Саратова, узнала наша съемочная группа. Что нового в жизни произошло? Мы сегодня едем на дачу. Хочу поехать кататься на скейте. В июле 9-го внучке 18 лет было. Иду на тренировку в зал. Макдональдс идем покушать. Прохожу практику в институте. Ну, не в институте, а вот тут рядом на Сакой Мацете в НИПИ. Нет, университет окончил, в Крым съездил, все хорошо. Съездил в Сочи парк, ну, в Олимпийский парк, на объект на Олимпийский. Было очень интересно. Работу потеряли. Да, работу нашли. Внучка приехала с Питера, заболела. Я влюбился. Женился мой сыночек.